Товарищи, учителя и ученики, Да. Английский класс. Английский класс, английский язык, первый класс. Дети распознают цвета. И тут непонятно, где тут желтый с синим. Это жутко. Определить вот по вот этим рисункам желтые и синие цвета. Только желтый и синий. Потом только коричневый. Где тут только коричневый? Вот в этих вот цветах. Потом только красный. То, что красный. Потому что the air red. Какой из этих предметов красный? Из этих индейских предметов. Потом green and black, зеленый и черный только. Вот где тут черный и зеленый? Ну пусть индейка, ну непонятно. Brown, коричневый, grey and red, коричневый, серый и красный. Вот тоже непонятно. У индейцев белый, но тут у индейцев и черный есть. И как вот определить, у него коричневый, красный, белый, черный, или черный, белый, красный, только вот эти цвета перьев его. В общем, ребята, всем привет. Желаю вам отлично учиться. Ну, это жуть. Так учиться. С такими учебниками.